Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди, на аппарате The Dark Pictures Anthology Man of Medan. Игру для прохождения подарил Вадим Светлов, за что ему огромное спасибо. Игра представляет из себя интерактивное кино-ужастик и основана на легенде о корабле Уран-Медан, затонувшем в 1947 году. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы начинаем. Ну все, дружище, давай-ка возвращаться на корабль. Оу, стоп, машина. Чё? У красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Вы умеете драться? Умею ли я? Эй, дай четвертак. Зачем? Хочу узнать будущее. Поехали. Рассказывай, что меня ждет. Какой вопрос ты хочешь задать костям? Так, используйте правый стик, чтобы выбрать. Играю я на геймпаде. Итак, любопытство, расскажи мне о моем сыне. Промолчать или сомнение, стану ли я богатым? Ну, пускай будет о сыне. Я про сына своего хочу спросить. Он, у него все хорошо будет? Как у него сложится жизнь? Так, мы можем выбрать дракон или бамбук. Пусть будет дракон, к примеру. Взгляни на кость. Скажи мне, что ты видишь. Нажмите и удерживайте РТ, чтобы брать предметы. Так, правым стиком мы можем вращать. Ну, рыба? Рыба похожа. Твоя судьба может прийти к тебе в люб... Не успел прочитать. Она как таинственный ветер. Но такой ветер всегда несет за собой смерть и страдания. Смерть? Это как? Что это значит? Это как понимать? Какого черта, а? Отойди. Дай мне попробовать. Да ну. А силёнок хватит? Вы можете превзойти своего друга? В драке? А то. Дай четвертак. Тогда открой счет. Почему-то китайский текст не переведен, точнее не озвучен. Сейчас попробую. Используй правый стик, чтобы прицелиться, РТ, чтобы ударить. Ага, понял. Так, ой, оно еще и на время, да? А, Б? Стоп.
Икс. Вы вроде сказали, что умеете драться. Да пока что вроде неплохо получается. Ой-ой-ой. А мышкой было бы, конечно же, быстрее. Воу, это было вообще быстро. Похоже, теперь я мастер карате. Не ожидали? И зачем только я трачу время на этого идиота? Эй, Чак, нам на корабль пора. А то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один вопрос задать. Слушай, нам правда пора. Во второй грузи! В трюм номер два! Что-то происходит. Определенно что-то нехорошее. Так, что-то мы очнулись. Никого рядом нет. Ладно, давайте осматриваться. Папе, возвращайся скорее. Фотография сына нашего героя. Воу. Что за хрень? Вот-вот. Так, что-то у него выпало. Ключ и блокнот какой-то.
Так, ключик берем, блокнот я тоже хочу взять. Так, нет, ты блокнот как бы можешь? Там наверняка что-то интересное почитать. Что-то он блокнот вообще не стремится взять. А вдруг там подсказка по поводу того, что вообще сейчас происходит? Ой, как неудобно, когда камера вот так вот. Ненавижу вот так вот идти на камеру. Камера должен... Я должен видеть спину персонажа, когда персонаж идет, а не его лицо. Иначе это уже как-то не атмосферно, сложно вжиться. Привет, в роль. Чарли. Как отдыхается? Да выпустите меня отсюда. Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. Что? В лазарете. Что-то не так. Давай выбираться. Так, немножко уже вижу огрики в переводе. Что там творится? И ответ «я тоже». Это как-то странновато. Так, а мы здесь можем смотреться? О, я вижу бумажку. А, и сейф. Подождите, это ведь карцер. Почему здесь сейф? Что-то на карцер не очень похоже вроде бы. Рядовой Чарльз Андерсон, находясь в увольнении, пребывал в нетрезвом состоянии и своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Рядовой Андерсон ввязался в пьяную ссору с другим военнослужащим. По мнению офицера, произведшего арест, ссора могла перерасти в публичную драку, и потому были приняты меры по возвращению военнослужащих на корабль. Ну, в принципе, да. Сами виноваты, нажрались. Начали там... А, вот их здесь. Собственно, карцер. Так, я не могу никак вращать камеру. Как-то вообще. Что это? А, кровь? Гауптвахта, 27-я неделя, понедельник. Артур Миллер, рядовой, мелкая кража. Сутки карцера. В шкафчике Миллера были найдены вещи старшего офицера. Вещи возвращены владельцу. Среда. Дэвид Дэвис, рядовой. Нарушение режима доступа. Двое суток карцера. Обнаружен в грузовом отсеке 3А без права находиться там. Неповиновение приказам. Пятница. Рядовой первого класса Луис Брент. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте. Сутки карцера. Обнаружен в нетрезвом состоянии в увольнении на берег. Своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Роберт Рид. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте. Сутки карцера. То же самое. Порочил звание. Так, я ведь в ту сторону иду, да? Или я отсюда пришел? Чтоб кто-то... О. Нажмите А, чтобы попасть в такт пульсу. А, я понял, зажимать. Ой, я... Черт, я промахнулся, походу. Но это пока что только обучение, поэтому я так думаю, все обошлось, иначе нас бы, наверное, пристрелили. Я, получается, промахнулся по кнопке. Ну, с QTE у меня обычно возникают проблемы. Что это было? Ребенок на корабле? Это не к добру.
По-любому. Что-то тут не так. Стоп, нам направо или? А если сюда? Там я просто вижу, мерцает что-то, значит, можно что-то сделать. Открыть дверь или попытаться открыть. Эй, Чарли, сюда! А, часто нажимаете. Здесь нужно часто нажимать. Что, нет? Я ведь часто нажимал. О! Воу! Твою мать! Не говори. Какое-то безумие. Так, а можно мне вернуться, посмотреть, что там справа было? Там шкафчики были. Нельзя? Ну, спасибо. Господи, еще покойник. Кому-то повезло. Да вам повезло, что один был в карцере, другой в лазарете. А то, видимо, с вами было бы то же самое. А, его можно смотреть? А, да ладно, Бакли. Я недавно видел его в столовой, он был здоров как бык. Вот бедняга. Ну, судя по всему, он чего-то очень сильно испугался, его аж перекорежило. Так, сюда я не могу пройти? Нет? Так, удерживайте ЛБ, чтобы идти быстрее. Ага, понял. Подождите. Стоп, а если сюда? Подойди. Не откроется, ладно. Слушай. Хочу спросить, ты сейчас не чувствуешь ничего странного? Я, по-твоему, люблю потрепаться о своих чувствах? Ха, ты похож на ходячую развалину, Чак. На себя посмотри. Отлично. Стоим друг друга. Воу! Твою ж дивизию! Эй, Чак! Видишь там пацана? Нет. Ты в порядке? А вот я видел. Ой, еще трупы. Ну, ребенка по-любому не должно быть на военном корабле. Чарли, иди сюда. Сюда. Только не это. Чарли!
Что-то он маленько нездоров, кажется. Что, стрелять в него? Да ему вообще наплевать. Ух, твою ж дивизию. Инфаркт. СОС, помогите! Есть там кто-нибудь? Где все? Меня кто-нибудь слышит? А, ну давай же! Давай же, черт возьми! Это что за хрень? Довольно интригующее начало. Это вы. Приветствую. В моем хранилище. Я хранитель. Хранитель историй. История о любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как эта. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Безвременно. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти, она ведь неизбежна. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Но никому не хочется платить раньше срока, правда? Как и в жизни, у действий будут последствия. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или точнее, решение, которое приведет к нужному вам результату. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершите. Ну, надеюсь, ошибок будет поменьше. Брэд – брат Алекса, остроумие, невинность. Дюк оф Милан, французская Полинезия.
Алекс, брат Брэда, молодой человек Джулии, мотивация, неуверенность. Думаешь, хватит? Если не хватит, вызовем подкрепление. Слушай, я там еще ни разу не был. Черт. В океане. Не нырял. Ты мог бы показать, как это делается? Ты серьезно? Ну, да. В смысле, ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу? Ну, в общем, да. Смущение, обида, промолчать. Давайте, может, смущение. Как-то... Чего? Неловко было учиться одному. А ждать, что я тебя буду везде за ручку водить, нормально? Как-то грубовато. Эй, ты чё? Ты хоть знаешь, сколько эта камера стоит? Брата, полегче. Что? Джулия и Конрад, они... Ну, это, как сказать, капец богатые. И? Париться из-за мелочей не круто. Не хочу жалеть, что взял тебя. Вообще-то меня пригласили. Взял меня? Серьезно? Меня же пригласили. Джулия пригласила тебя? Да ну. Джулия? Ага, она хотела тебя видеть. А я хотел показать ей, как ты крут. А ты не крут. Будь крутым. Течешь? Так, амиго, встречай кавалерию. Круто. Извини, что сорвался, просто... Учеба в меди – сплошной стресс. Да неужели? И еще мы давно не виделись с Джулией. Сам понимаешь. Давайте промолчим. А? Ха, да. Кто б сомневался. Что? Конрад боится, что пива не хватит. А, это, пожалуй, лучше куда-нибудь припрятать. Точно. Эй, слушай, можно тебя кое о чем спросить? Что такое? Да просто... Я тут пытаюсь принять одно важное решение. Не бросить ли мединститут? Нет, но... Ну, это тоже очень важный вопрос, понимаешь? Сложно сделать правильный выбор. Эмоциональность, осторожность, ну, доверься чутью. Слушай, сердце, любишь? Вперед. Курс изменен. Что бы это значило? Давайте пробуем, нажмем РБ. Что у нас здесь? Так, это... Брэд посоветовал Алексу слушать собственное чутье. Л управление, но я не могу ничего управлять. Стрелка вроде дергается и все. Пока что не понимаю, что здесь мы можем сделать. Ладно. А, вот моральные принципы, предложение, секреты. 50 секретов в игре? Воу. Брэд. А, это отношение. Показать, как Брэд относится к следующему персонажу, Конрад. Брэд и Конрад. Флис, Джулия, Алекс. Волнение, зависть, невинность, тревога. Пока что непонятно. Картины. Ладно, разберемся. Привет! Джулия, сестра Конрада, девушка Алекса, волнение, безрассудство. Конрад, брат Джулия, опрометчивость, спокойствие. Пардон. Конни, это Алекс. Привет. Чё, как? Конрад. Берегись, сестренка. Здесь дамский угодник. Рад встрече, Конрад. А это, кстати, Брэд, братишка. Привет. Брэдли! Мы будто знакомы, я столько о тебе слышала. Ну да, аналогично. Скучал? Чувак, давай по пиву, что ли? Каждую секунду. Ха, прошло слишком много секунд, ковбой. Девушки не любят, когда... Не, ну, по пиву, да. Конечно. Круто, супер. Я люблю пиво. Ты, брат, птица высокого помета. Полет. Не занудствуй. Раньше уже погружался?
Ну, давайте честным будем. Вообще нет. Зачем врать? Сегодня я впервые нырну. Первый раз? Круто! Эй, это будет не больно. Обещаю. Я буду нежен. И где капитан этого корыта? Флис, капитан Duke of Milan, смелость, нетерпение. Предложила бы вам располагаться как дома, но вижу... Все на борту и готовы отправляться в море? Ну, если ты предлагаешь... Не держи в себе. Ты, может, хочешь прилечь? Да. Пожалуй, надо бы. Да уж. Посмотрим, что там есть. Может быть, вот здесь? Далековато от курса. Я думал про запасные точки, если на камере ничего не окажется. Я раньше не слышала про рек, который вы ищете. Обычно в таких местах полно дайверов. Да. Этот не такой. Просто если будет поздно, можете в других местах погрузиться. Я знаю крутые точки. Давайте оптимизм пускай Брэд будет. Брэд все рассчитал. Если он говорит, что рек там, он там. Нет, ну решать тебе. Но знай, вечно солнце светить не будет. Пойду помогу Конраду и Джулии с камерой. Что у вас? Вы только полюбуйтесь. Выходит, Брэд все правильно рассчитал. Я в нем и не сомневался. Он молодец. Здорово помог. Флис, мы нашли самолет! Да? Да, времен Второй мировой. Мы готовы нырять. По правилам, мы должны сообщить о нем портовым властям. Он не зарегистрирован. Ага, по правилам. Точно не хотите сделать все по закону? Глупый закон. Слушай, просто скажем потом, что ныряли и нашли его. Вот именно. Какая разница? Полагается. Мы что, в детском саду? Я предупредила. Да если мы просто посмотрим, кто узнает? Ладно, только давайте быстро. И ничего там не трогайте. А что, не дождусь, когда можно будет нырнуть. Я буду первой, представляете? Мы его нашли, мы будем первой его осматривать. Еще немного, и можно будет вас запускать. Я подготовлю баллоны. Парни осмотрят снаряжение. Ты проверь камеру, вдруг увидишь что-то полезное. Окей. Эй, проверь, как там твой брат? Так, о, мы можем двигаться. Привет. Привет, мам. Да, привет. Как вы уже заметили, моих комментариев в игре будет не так уж и много, потому что все озвучено очень хорошо. Это похоже на вход. Так, я могу еще вот так вот вращать головой, получается, да. В игре в основном все разговаривают очень часто, и все озвучено на русском языке, поэтому мне особо некогда даже вставить что-нибудь от себя. Так, мы можем поговорить с Джулией. Снаряжение почти готово. Может быть, помочь? Может, помочь? Я с ребризером еще не нырял. Думаю, все в порядке. Но тебе не помешает освоить эту штуку до погружения. Должна сказать, я пока не в восторге от нашего капитана. Согласен. Поддержка пускай будет. Когда уже она от нас отстанет? Мы же и заплатили целое состояние. Да уж, это точно. Я понимаю, есть правила. Но если никто не узнает, в чем проблема? Ага, вот и я о том же. Ладно, я пока займусь ребризерами, а потом мы вместе завершим подготовку. Окей.
Скажи, когда будешь готова. Ну, здесь немножко не согласен, в том плане, что ваш капитан Флис... Я почти закончил. Я понял. Ну, ваш капитан, она ведь вас просто предупредила и все. Она не пошла там никому звонить, сообщать, ничего. Она только вас просто как бы предупредила, что вот так вот положено, но вы решаете сами. Поэтому странновато, что вы так на нее прям обиделись за это, наехали вот так вот. Другой капитан, возможно, сам бы побежал бы к рации и начал бы сообщать. Это еще нормально, как бы себя повела. В хвосте есть небольшая дыра. Посмотри. Так, можем просматривать фотографии. Так, ну вроде ничего необычного не вижу. Затонувший самолет. Так, по-моему, мы уже по кругу пошли. Или нет? Или да? Да. Так, можем с Лиз поговорить? Привет. У нас тут правила не просто так придумывают. Вам стоило бы об этом помнить. Давайте вежливо с ней говорить. Да. Ты прости, что так вышло. Все немного на взводе. Просто мы давно уже планировали эту поездку. Понимаю. Но есть же правила. И законы, и обычаи. В этих правилах нет ни одного случайного пункта. Сколько на твоем счету погружений такого рода? Давайте лучше промолчим. То что-то раздражаться не хочется. Хотя давайте самоуверенно. Ну, нырял к паре реков. Не эксперт, но опыт имеется. Если это твой первый незарегистрированный рек, имей в виду, что нужно следовать определенному протоколу. В конце концов, это может быть солдатская могила. Тревожить ее незаконно и аморально. Так, не, ну не хочу высокомерно или агрессивно с ней общаться. Давайте лучше просто промолчим. Знаешь что? Я вас не держу. Просто соблюдайте там правила. И постарайтесь, пожалуйста, не подставлять мою задницу. Не беспокойся, если что, всю ответственность берем на себя. Кстати, слово «рек», которое они используют, я так понимаю, это означает, собственно, слово «обломки». Не спускайся туда, не хотел спускаться. Баллоны готовы. Ладно, баллоны раз готовы. Уже спустились. Всё. А, стоп, картина. Что это вообще такое? А, это про то, что нам говорили. GTVD, а еще раз можно? Так, покажите видение. Я ничего не понял. Ну да, я увидел там нашего брата, как бы. Ну, это должно мне какую-то подсказку дать. Так, еще раз, я не понимаю просто, в чем здесь подсказка. Может быть, он там что-то где-то спрятал, что ли? Черт его знает. Так вот, что я говорил, рек, это в смысле переводится с английского языка просто как обломки. Почему-то здесь решили не переводить, и здесь решили так и оставить слово «рек». Хотя, может быть, так и принято называть. Не знаю, понятия не имею. А, ну да, вот так, то помещение, стоп. Чё как? Как дела? Извини, это пиво меня подкосило. Не волнуйся. Всё это часть приключения.
Извини, что путаюсь под ногами. Да ладно тебе. Эту поездку не так просто испортить. Отдохни пока. Вылезай, как полегчает. Так, а здесь что? Заперто. Похоже, Джулия взяла с собой все. Если б не цена, запах и запах. Но она счастлива. Так, ну книгу взяла почитать, в принципе, ничего необычного. Так, ну что, все, на выход. Стоп, я еще, по-моему, мог... Да, вот с этим, с компьютером. Привет. Это привет. Планшет, что ли, какой-то? Посмотрим, что здесь... Что мы можем здесь сделать? Пользоваться умеешь? Нет, не умею. Не надо его трогать, ладно? Ну, я думал, можем там что-то посмотреть. Можно его обратно включить? Нет. Ну, ладно, взял так, просто выключил и все. А вот здесь что-то еще есть. Имя и фамилия Фелисите Дюбуа. Дата рождения 3.10.83. 173 сантиметра, 120 фунтов. Рост, вес, цвет глаз карий, цвет волос шатенка. Указанный инструктор имеет право проводить занятия по погружению с аквалангом с разрешения Федерации аквалангистов. Саунд Ривер Авеню, Морхед Сити. Так, а что здесь? Что-то тут не то. А, как раз то и написано, что указанный инструктор имеет право проводить занятия. Почему ты говоришь, что-то тут не то? Действительно, до 31.12. А какого года? Может быть, стерто? Может быть, это ты имеешь в виду, что что-то тут не то? Год не указан. Не знаю. Может, с ней можно поговорить по этому поводу, нет? Ты в курсе, что твой брат пить не умеет? Укачало немного. Ничего, научим. Так, там у нас планшет лежит, там мы можем фотографии посмотреть. Баллоны не нужно проверить, нет? Стоп. Стоп. Вот это что такое? А, бинокль. Мы можем что-то интересное увидеть? Что это было? Бутылка, что ли, плавала или что? Поплавок или... Это что, поплавок, что ли? Или что это? О, я могу приближать, отдалять. Это поплавок. Вроде бы. Тюм. Исчезает, появляется как-то. Как-то странно. Так, что нам делать-то нужно? Мы уже все смотрели вроде бы. Так, в общем, это ребриз. Он гораздо круче обычного акваланга. Mm-hmm. Он берет весь углекислый газ, который ты обычно выдыхаешь в воду, и быстро рециркулирует его. И он снижает время декомпрессии при подъеме. Классная штука.
Итак, я думаю. Кислород проверила. Эй, полегче, торопыга. Сперва кислород проверь. Давайте пофлиртуем, что ли? А ты хороша. Я бы взял тебя под воду. Алло. Ты вообще-то про мою сестру говоришь. Да ты что? Ну ладно, рыбки, ныряйте, а я посмотрю, чем занята Флис. Веди себя хорошо. Капитан, вам сорбаки. Мы можем взять... Что? Что это? Что это справа, что это слева? Вот это что такое? Скоро мы будем. Повезло, так повезло. Все, детишки. Палка у меня. Можно нырять? Что за палка? Я это вижу. Только не забывайте о правилах, пользовалась пожалуйста. Такой? Против акулы? Нет. Ты с камерой, я за главного. Давай сначала сфоткаемся. Так, ну фотоаппарат подводный, я понял. А что за палку мы взяли? Так, и пока не нырнули, давайте посмотрим, что там было. Курс изменен опять-таки. Предложение, скоростной катер. Алекс взял Powerhead в погружение. Powerhead. А черт его знает. Эй, все норм? Более-менее. Жалко, что Флис зануда. Она думает, мы будем грабить самолет? Эй, сувенир, это круто. Из-за одной вещицы никто не пострадает. Я никому не скажу. Ну, вряд ли Рэг проверяют каждый день. Вон, силуэт. Это он. Ух ты! А он гораздо больше, чем я думала. Черт. Еще и нетронутый. Это же охренеть какая находка. Давай поплаваем, поищем вход. Ну, капитан, как насчет пьянты со старпомом? С кем? С каких пор ты старпом? Молотком? Нет. Пылкий юнга? Все равно нет. Твой щедрый красавчик-клиент просит тебя составить ему компанию за бутылочкой ледяного пива. Ну почему бы и нет? Ладно, давай. Красивый у тебя корабль. Где деньги взяла? Долгая история. Это долгая история. Все сложно, сразу и не объяснишь. Да и я парень непростой. Давай. Ну, я несколько раз ходила в банк и подписала там кучу бумаг с большими цифрами. Так, ты взяла кредит. А ты умнее, чем кажешься. Если захочешь, может, моя семья вложится в твой бизнес. Ну, довольно щедрое. Очень щедрое предложение. Думаю, его вполне можно обсудить. А, знаешь что, я лучше позабочусь, чтобы Дюк оф Милан вел себя хорошо. Да, капитан. Так. А мы снова можем передвигаться. А и знаете что, ребята, давайте мы, наверное, здесь уже прервемся с вами. И подведем первоначальные итоги по поводу этой игры. Ну, во-первых, игра действительно довольно-таки качественно выполнена. О. О, мы можем даже вот так вот вращать.
Вот, игра довольно качественная, пока что очень даже интересный сюжет, очень любопытно. Не знаю, насколько здесь прям все вот это вот влияет, все события влияют на то, что будет происходить дальше. Так, опять нам показывают возможность вращать лицом. Вот как только я перестаю двигаться, не знаю, как все это будет влиять на будущее, но надеюсь, что будет интересно и дальше. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.